Дубасары – парк энергетиков. На площадке у летней эстрады нет свободных мест. Здесь проходит международный фестиваль живой музыки «Джеймсейшн». Его открыл Дубасарский духовой оркестр. Это уже 9-й фестиваль живой музыки в Дубасарах. Участники разных возрастов. С каждым годом исполнителей все больше. Исполняют музыку разных направлений. Вокально-инструментальный ансамбль «Молодость» из Дайбан тоже здесь. В фестивале участвуют каждый год. В этом с ансамблем выступает и юная барабанщица Катя. Ей 16 лет. Оказалось, просто предложила как-то здесь Саше, может, я там с вами буду играть. Он предложил, может, на гитаре. Я говорю, нет, я хочу барабаны. Почему? Потому что это мой любимый музыкальный инструмент. Самый мощный и всегда считается, что это сердце ансамбля. Мы сегодня решили спеть песни те 70-х, 80-х годов. Потому что там прошлое забытое, очень красивые, мелодичные песни там есть. Звучали эстрадные народные песни, рок-хиты и авторские композиции. Два года уже не выступала на сцене, было немножечко волнительно, но вышла, почувствовала отдачу публики. Все с горящими глазами, с улыбками. На самом деле это очень вдохновляет. Тут встречаются музыканты разных поколений, разных жанров. Мы сегодня представляли молодежь. Ну, очень круто, на самом деле, послушать вот и другие поколения, поддержать их. Это вообще классно, что вот музыка соединяет и что существуют такие фестивали. Участвовали исполнители из сел Молдовы. В их репертуаре народные песни. Зрители в восторге. Мы бесконечно благодарны за этот концерт. Мы иногда слушаем выступления по Первому каналу профессионалов, и нам стыдно. А здесь мы получили эстетическое удовольствие, не говоря о том, что это песни нашей детства, юности. В завершении грамоты для всех участников следующий фестиваль живой музыки «Джеймсейшн» пройдет через год.